В республике Коми инспекторы ГИБДД, не щадя патрульных авто, пустились в погоню за пьяным нарушителем, который теперь ответит по новым санкциям, вступившим в действие с 1 сентября. Вместо того, чтобы остановиться по требованию, лихач только набирал скорость. Бешеная гонка началась у перекрестка на выезде из Сыктывкара, по которому водитель промчался под красный, затем по объездной выкатил на трассу. Даже с пробитым колесом лихач решил не сдаваться. Закончилась гонка в дачном массиве, когда семерка полностью потеряла управление. Водитель закрылся в салоне. Чтобы его извлечь, пришлось разбить окна. Тут всем стало понятно, к чему было удирать. При разговоре с водителем выяснилось, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Находился с пассажиркой. Значит, пройти медицинское свидетельство водитель отказался. На него были составлены административные материалы отказа от прохождения медицинского свидетельствования. За езду в пьяном виде лихач получил 15 суток ареста. Кроме того, 1,5 года без прав, которые получил меньше месяца назад. Инспекторы напоминают, что с 1 сентября пьяные водители наказываются еще строже. Теперь к лишению прибавляется штраф от 30 до 50 тысяч рублей.